Добрый день, это Елена Терехова. Сегодня 4 февраля. Город Рига, Латвия, и мы на моем маленьком огородике. Ну вот, и Новый год начался. Как всегда, все выбрасывают после Нового года елочки. И эти елочки, вот я в прошлом сезоне показывала, у нас снега не было в прошлом сезоне, и я их сразу резала по месту, по черничке. Ну а в этом сезоне все по-другому. Снега у нас после Нового года нападало много, и елок тоже мы подсобрали, вот целый ряд. Я их не стала резать, потому что здесь по чернике все уже прикрыто снегом, тепло. Ну а чтобы еще как бы утеплить нашу чернику, потому что у нас ветер все время так гуляет сильный, оттуда, сюда, сюда, туда. И я придумала, что эти елки можно не резать, а порежем, конечно, позже, а просто вот привязала их к опорам, чтобы они не попадали. И это все-таки тепловая какая-то завеса. Ну, вот, вот так вот красиво это все выглядит. Есть елочки, конечно, которые я уже порезала, но не хочется вот топтать, нет, утаптывать, потому что черники или садовая голубика посажена в два ряда. И вот между ними я всегда эту елку резала и укладывала в тропинки. За сезон это все превращается в хорошую почву и все, что надо для чернички. Ну и сейчас чем заниматься? Скоро, конечно, посадки разные. Вот надо уже перчик сеять. Я еще, правда, еще не посеяла, но, наверное, посею скоро. А в эти длинные зимние вечера чем заниматься? Ну, конечно же, вязанием, своим любимым делом. Перчаток уже навязано с прошлого сезона. Ну и тут я посмотрела в интернете. Давно смотрела, что вяжут. Хорошие всякие чуни, всякие тапочки. Ну, и я подсела на это дело. На эти чуни, на эти тапочки. Короче говоря, фабрика работает, не остановиться. Вот что это такое? В руки нельзя давать крючок и, короче говоря, нитки, которых у нас достаточно разных. И я просто маленькие похвастушки вам. Может, кого-то это заражу тоже этой работой, кто-то начнет вязать. Если вы даже просто умеете держать крючок в руках, то это уже большой-большой плюс. Попробуйте, возьмите его в руки, и он сам начнет вам плести изделие. Хочу показать и немножко просто рассказать. Не технику, как вязать. Все можно найти в интернете. Это что там 300 раз повторяться. Ну, просто вот что получается. Сейчас я буду вам выкладывать. Посмотрите, вот такие фиолетовые, а потом просто про каждую немножечко расскажу. Все они связаны, ну не все, там есть тапочки, просто немножечко по-другому. Вот такие фиолетовые, прямо под мой костюмчик. И мои любимые валенки. Так, потом вот такие чуники. Все ниточки, остатки, которые остаются, можно разных цветов скомпоновать. Эти вообще получились, хочу сказать, как маленькие валеночки такие, тепленькие. В эксплуатацию еще не сдавала. Нет, несколько штук отдала уже в пользование. А потом все, думаю, ну вот, буду снимать видео, потом я вам отдам. Все уже как лисы, и муж, и дети ходят. Так, когда ты нам наши ботики выдашь? Сказала, ждите, скоро будет. Это большой размерчик, такие прикольные. Это поменьше. Сейчас перчатки сниму. Я вам скажу, если так сильно подналечь, то можно за два дня вполне связать. Ну, маленький размер, то он вообще быстрее вяжется, да? Эти такие ботики. Быстренько. Это обычные столбики с накидом. Так, вот это все связано столбиками с накидом. Так. А вот такие вот, как мне сказали, у тебя прям арбузные получились. Это такие, немножечко другая техника вязания. Так, вот такие. Хопс. Мешок заканчивается. И вот такие вот, и красненькие, яркие. Так, ну и вот начну, например, вот с этих. Здесь брала я кожаную. Евгений поближе подойдет, покажет. Низ – это
просто были остатки кожи. Вот. Я их продырявила. Ну, что было под руками. У кого шило есть, то шилом. Потом можно иголкой просто цыганкой протыкать. Протыкала дырочки. Ну, и вот так вот эту подошву обвязывала обычными вот такими стежками. И вот так вот связано. Сначала, значит, вязалась по кругу. Это я сама. Вот это я без схемы как бы, как уже голова сварила. Так и сделала. Здесь провязывала. Ну, кто вяжет, тот поймет. Вот. До этого места доходила, туда-обратно, туда-обратно. Здесь сделала по 3 петли убавки и потом провязка остального ботика. Ну и на завершение пуговичка с петелькой, чтобы с ноги не сваливалась. Внутрь еще сделала теплую стельку, тапочки утепленные. Вот тоже из ткани, кусочек ткани, обвязала его, и вот такая вот тепленькая внутренняя получилась стелечка. Вот это вот с внутренней стелечкой. Так. Ну и вот на этих, на больших, просто остановиться тоже. Здесь я еще, конечно, сделаю, наверное, вниз, потому что подошву как-нибудь усилю. Может, кожаная, а может быть, нет. Просто тканевую можно сделать. А тканевые, вот я вам покажу, вот эти у меня уже сделаны, тоже с тканевой основой. Отдельно вырезала стелечка из ткани. Ой, ткань, бывшая, чей-то пальтишко, рукавчик, я уже не помню. В общем, у меня как у Плюшкина всегда все есть под руками. Точно так же сначала обвязала эту стелечку, и потом от этого уже начала изделие все остальное делать. Все, это столбики с накидами, все вяжется по кругу, и здесь элементарно по 3 петли вместе соединяется, ну, провязывается, и все, и получается вот такая очень красивая убавочка. У людей пошагово каждый шаг прописан, рассказан и провязан, короче говоря. И вот такие вот прекрасные тапочки, тепленькие, на зиму получаются. Связать для себя, для своей семьи, друзьям можно подарить, кто не хочет вязать. Не хочет, да, не хочет. То, что говорит, что не умею вязать, это, знаете, это просто не хочу, потому что я забыла, вот на канале девушка есть, которая только на каждой руке по одному пальцу, и вот она вяжет вот такие тапочки. Это просто низкий поклон. И вообще, теперь кто мне говорит, что я не умею вязать, это просто отмазка, ребята, отмазка. Кто хочет, тот свяжет. Кому это не надо? Пойдет, купит что-нибудь другое. Ну вот, на этом маленькое видео все. До свидания. Всем, конечно, в наше время не болеть. Здоровья, прекрасного вас настроения. Делитесь с этим настроением своими близкими, знакомыми, друзьями. Это прибавит вам энергии и всего самого лучшего вам и вашим семьям. Ну вот, у нас снежок. Скоро, кстати, по снегу, конечно, когда будет потеплее, собирается зола. И этой золой мы будем весной посыпать весь огород, чтобы снег быстрее сошел, получил...